Друзья мои, вот навели как марафет в Казани. Сегодня 14 июня, 8 июля будет здесь. Универсиада начинается. Вокзал не узнать. Все полностью перечикили. Здесь все уложили плиткой. Марафет полный. 5 милиционеров на квадратный метр. Там он шкварится. Народу никого. Что-то там написано. Учеб, Утуру, транспорт, терминалы. Казан один. РЖД. Все под фирму РЖД заделали. Вот так. Московский идет. На Казань. Москва, Казань. Универсиада ждет. Казань ждет. Электропоезд до станции Арск отправится в 8 часов 26 минут с 5 по 7 восточной платформы. Электропоезд до станции Арск отправится.